Всем привет! Мы третья школа, 7 класс, и сегодня мы будем брать интервью у своих одноклассников. Хотели вам задать 5 простых вопросов, на которые вы должны, недолго думая, отвечать. Какой исторической личностью вы бы хотели увидеть? Я бы хотел увидеться с Иваном Грозным. Гитлер. Александр Пушкин. Есенин. Со Сталином. Если бы ты мог есть только одно блюдо целый год, то каким бы оно было? Мужская вода. Пюре с сосисками. Мамин борщ. Это была бы жареная картошка. Манная каша. Какую музыкальную группу ты хотел бы встретить? Ласковый май. 21 Pilots. Ария. Ты вдруг оказался на необитаемом острове с одной книгой. Какая бы эта книга была? Книга. Сокровищник побоискал. 50 оттенков серого. Это была бы книга про Гарри Поттера. Робинзон Крузо. В какую страну ты бы хотела больше всего поехать? В Корею. В Америку. В Шотландию. Италию. Аргентина. Спасибо большое, Артём. Ты молодец.